младший жнец Алаша, Каз. Алаша – одно из основных племенных подразделений казахов младшего жуза, входящие в племенной союз Байолы. Байолы, дословно, потомки богатых, племенной союз, включавший в себя 12 руу, родов, Таз, Адай, Алтын, Алаша, Байбакты-1, Берш, Жапас, Кызылкурт, Есентимир, Маскар, Шеркеш, Тана. Известно также и другое название Байолы – Альшин. Родовой клич – Байбарак. Численность Байолы в 1897 году по данным сельскохозяйственной переписи составляла 600 тысяч человек, около 16,2% казахов в Российской империи. Племя Алаша присутствует также у туркменов и крымских татар. Подразделения Алаша подразделяются на следующие подроды: Малбасар, Жайлау, Алтыбаз, Шатара, Табастакпас, Аберли, Атымыс, Сары, Ажамберли, Дайберди, Гбег, Байбара, Жамарт, Арабатыр, Малара, Мбет, Бодьпанай, Байдулет, Бойсиу, Айсары, Есназар, Айдзыл, Ски, Ажал, Малай, Таай, Майма, Дасайбасай, Пкес, Аталы, Азбек, Итимбет, Арабра, Бажан, Барамы, Гбелей, Туберли, Айрбрик, Жабу, Мальке, Баймерса, Алжай, Акпан, Кинжикара, Рамбай, Барши, Дербис, Ара, Култай, Елбол, Аукитай, Триски, Дгел, Баабылбек. Назар. География расселения. В 1801 году Букей-хан переселил часть казахов младшего жуза, в том числе и некоторая часть Алаша, например, Токбас Алаша, на правый берег Урала и создал там Букеевское ханство, внутренняя орда. В настоящее время люди рода Алаша живут в основном на территориях Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей Казахстана. На западном Саяне есть река Алаша, приток Енисея, и по предположению Н. Арестова, эти места являются прародиной рода Алаша. История происхождения. Имеется версия о связи племени Алаша с древним династическим тюркским родом Ашина, ввиду того, что другим параллельным названием Алаша считается Альшин. Однако некоторые под Альшин подразделяют либо племенную группу Байолы, либо союз всех племен младшего жузо. Более-менее доказанным считается связь между древним родом Ашина и нынешним казахским племенем Альшин. Заставляет также задуматься наличие в казахской культуре преданий и мифов о легендарном хане Алаша, мавзолей которого находится в центральном Казахстане, недалеко от могилы Джучи, сына Чингисхана II. Есть также предположение, что Алаша являются потомками древнего народа Халадж, жившего в Средней Азии. По еще одной версии, представителя младшего жуза, и в том числе Алаша, являются потомками Аланов III. В русских летописях род Алаша упоминается как Улашевичи. В слове о полку Игореве пишется, что Улашевича взяли в плен Владимира, сына князя Игоря.